Уровень отношений Беларуси, в частности Брестской области, с Республикой Азербайджан отражается во многих сферах и отраслях, подчеркнул, открывая встречу руководитель региона. Но, конечно, лучше всего это видно, когда дается оценка экономическому сотрудничеству. Так вот, только за январь-март 2022 года темп роста с товарооборота двух стран 147,8% и составил 7 миллионов 234 тысячи долларов. Значительно увеличился экспорт, прирос импорт и составил 210 тысяч долларов. За этими цифрами скрыта большая проделанная работа и тесное взаимодействие двух сторон – Азербайджана и Беларуси. Это отмечали на встрече губернатор Брещины Юрий Шулейко и посол Азербайджана Льви Вагиф Оглу Бахшалиев. Основной экспорт в вашу страну – это продукты питания. Компании, которые сегодня поставляют масло, сухое молоко, отдельные продукты молочного, мясного, так сказать, ну, больше молочная. Продукция идет к вам, это продукция. Мы же область аграрная сама. Фактически мы в этом году, наверное, выйдем почти на 30% всего экспорта мясо-молочной продукции с области. У нас интенсивно очень животноводство развито, мы фактически, ну, больше всех доим на корову, фактически самый большой вал в стране производства. Ну и мясом мы занимаемся, опять-таки. Больше всего скота у нас крупнорогатого по некоторым объектам, районам непосредственно. Поэтому тут мы аграрники такие достаточно выраженные. А выгодно экспортировать в нашей стране действительно есть что. В Республике Беларусь активно развивается деревообработка. Только за январь-март темп роста экспорта деревянной мебели увеличился на 155,9%. Помимо этого востребованы и механизмы для уборки и обмола сельскохозяйственных культур. Ряд машин мы выпускаем, холодильники, мы компрессора выпускаем в Барановичах. Ряд, так сказать, автокомпонентов и вагонного направления, автомобильного направления, станкостроение часть, это прессовое оборудование в Пинск, дорожная техника, МКДОРа у нас есть филиал в то же самое в Пинске, достаточно развит, это именно дорожная техника, это катки, это скрипера непосредственно, часть там же собирается модели и экскаваторов непосредственно, ну, как бы... Достаточно мы такие, больше, конечно, направление у нас сельхоз, да, но промышленность у нас развита достаточно тоже как бы неплохо. В свою очередь, Ульви Вагиф Оглу Бахшалиев отметил, что только начал свой процесс знакомства с нашей страной, и для него этот визит первый в город Брест. До этого он уже успел побывать в Гродно. Также высокопоставленный дипломат отметил, что его цель – попасть на празднование 9 мая в мемориальный комплекс «Брестская крепость-герой» и почтить память 44 соотечественников, которые сражались с немецко-фашистскими захватчиками в первые часы Великой Отечественной войны. Александр Богданович, Эдуард Бакунович, Юрий Лемонтович, телекомпания БукТВ.